Значит, такое дело. Сегодня, 10 августа, Елена Барабаш возила меня к следователю в районный центр Мамонтова. И батюшка там же был. А тут материал такой был. Вот начинается. Я там Лапкин, то православный христианин. И дальше все это объясняю. Они ищут все время, выдайте нам главного виновника, кто? Ну и все тут это описано. 14 мест из Библии. И под конец я пишу. Посмотрите, какие слова. Наше имущество конфисковали примерно на 1 миллион рублей. Один самосвал ЗИЛ 131, принадлежащий старости деревни Игорю Барабашу, который вообще никакого отношения не имеет к рубке деревьев, как и его конфискованные бензопилы. На этих бензопилах нет ни крошки тех берез-то. Данный самосвал необходим для уборки урожая. 1200 гектар. А это уже угроза продовольственной безопасности региона. Тысячи людей могут не получить горох, гречку, зерно. С применением спецназа конфисковали всю мою компьютерную технику, камеры, жесткие диски. Какое они имеют отношение к деревьям? Нам представляют ущерб, представлен, 57 тысяч рублей на 4,97 кубометра древесины за 18 наших же березок, а конфисковали имущество более чем на 1 миллион. Приписывают и вину наши 18 березок за 30 лет. А в стране Российской Федерации ежедневно убивают внутри утробы матерей 18 тысяч деток. За время перестройки уничтожено 120 миллионов нерожденных, вопиющих Богу об отмщении за прерванные безбожниками их жизни. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не мстишь, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Миллионы кубометров кедра, лиственницы и других ценных пород деревьев увозят незаконно в другие страны. Видеоматериалы, как я руководил работой, какую работу сделали, куда применялись сваи и жерди из березок и клена. Так были размыты дамбы и мельницы. За всю сделанную работу, за 18 спиленных березок, от 10 до 20 сантиметров в диаметре, несу ответственность только я. Все остальные люди выполняли только мои указания. Это можно подтвердить многими видеозаписями в интернете. И далее 4 места Библии. Вам слышно? Да, слышно. И вот слышно. Получилось. Да, слышно. Знают, что если они компьютер у меня взяли, то его... Головашки они вернутся, все разбитое, все, жесткие диски, там терабайты были, сколько там всего. Это все сотрут и ничего нигде не будет. А получилось так, я плохо слышу, и поэтому пришлось сидеть и молчать, молились. Мне сегодня вернули мой компьютер, вернули жесткие диски, два видеоаппарата, которые у меня взяли, и все целое и неповрежденное. Я прошу всех, кто будет молиться, другим рассказать об этом. Прославить Бога, которая следователь была, Анастасия Владимировна, Анастасия. Помолиться за нее. Далее, мы познакомились сегодня ближе с главой администрации. Волчков Сергей Александрович. К нему я пошлю книги. Отблагодарю. Если все будет благополучно, на нас наложили штраф 24 тысячи. То есть 2,5 почти раза меньше. Если Господь благословит и заплатят за 3 деньги, то могут вернуть и самосвал ЗИЛ. Это настолько все необычно, настолько неожиданно. И она говорит, показывает толстая пачка, ну сантиметров, наверное, 5. Идут и идут там запросы, видимо, с разных органов, там, видимо, депутаты, я не знаю кто. Она говорит, не работает, только с вами сижу. Мы расстались по-хорошему.
Я это говорю для того, чтобы друзьям всем сообщили об этой великой радости, что Бог живой. Божья Матерь слышит и покрывает амофором любви. Это высказать нельзя, какая у меня радость сегодня. Аллилуйя! Аллилуйя! А то, что мне уже успели, там Вячеслав купили новый компьютер, но он такой, в одном мониторе все. И новый аппарат видео, а Володе ничего не отдали. Нету, у него планшет отняли. То куплено, я ему все, сейчас все отдал, благословил. Вот такие наши дела. Я кое-что потом письменно изображу, но писать-то некогда. Я возвратился на свой компьютер. А тот совсем не так, и там Вячеслав каждую ночь работал над ним, под старый переделал, много переделал. Я уже на нем начал работать, ну, клавиши не так, я цепляю пальцем 3 сразу. Вот всем расскажите и поблагодарите Бога, как Он близко. Все не так, как у людей получилось опять. Ничего не сломали, не оторвали, не стерли. Я так боялся за диски жесткие, это архив. Там терабайты. Ну сейчас все проверяли, и нигде я не нашел повреждения. Может, случайно где-то что-то задели. Аллилуйя. Слава Христу. Слава Господу. Такую радость там. У кого какие есть сообщества, всем передайте. Ну, дальше мы не знаем, как дело будет, но вот на сегодня именно так. Только что я приехал, поставили мой старый компьютер, и я с него вам звоню сейчас. А Игорь Барабаш начал уборку. А дождь идет, нет уборки никакой. Нет пока, я не знаю, ну, дождит и дождит. Понятно. Так что, во славу Божию. Аллилуйя. Аллилуйя. Нет конца предела радости моей сегодня. Так, отошел. С Богом. С Богом. С Богом, спаси Христос. Благодарим за молитву. Спаси Христос, с Богом. Радость-то какая. Аллилуйя, слава Богу за все. А благословит всех Господь. Спаси Христос, слава Богу. Аллилуйя.